Сегодня я хочу поделиться с тобой небесным посланием, знаком, который приходит прямо из Царства Божественного. Перед тем, как начать, приглашаю тебя оставить комментарий, поделиться этим видео и подписаться на мой канал, чтобы продолжать получать эти высокие энергии. Это ключевой момент в твоем духовном пути. Энергия Вселенной постоянно меняется, и ты, как существо света, переживаешь глубокую трансформацию. По мере того, как проходит время, твое физическое тело теряет свою плотность, позволяя твоему духу светить ярче. Это естественный процесс, в котором ты начинаешь осознавать свою духовную сущность. Этот переход не требует от тебя больших усилий, лишь готовности принять и адаптироваться к этим высоким вибрациям, которые приходят на Землю. Вся Вселенная поднимает свою вибрационную частоту, и ты приглашен участвовать в этом процессе. Все, что тебе нужно, это желание открыть себя для энергий, которые здесь, чтобы вести тебя к этому высшему уровню существования. Когда ты интегрируешь свою земную жизнь со своей духовной, ты найдешь необходимый баланс. Чем больше ты понимаешь, как функционирует твоя материальная среда, тем больше продвинешься на своем духовном пути. Именно в этом балансе между материальным и духовным находится секрет твоего возвышения. Ты не сможешь достичь высоких уровней вибрации, если отключишься от своего тела или от окружающего мира. Помни, что хотя твоя душа стремится летать свободно, твое тело является тем средством, которое позволяет тебе испытывать этот уровень. Оба аспекта важны, и твоя задача – научиться интегрировать их в гармонии. Этот новый уровень существования, известный как пятое подчеркивание Дарманшрам, уже здесь для тебя. Это не нечто далекое или недостижимое, а реальность, которую ты можешь переживать в своем повседневном дне. Магия и духовность не должны ограничиваться лишь твоими медитациями или мечтами, они должны стать частью твоей обычной жизни. Когда ты принимаешь эту новую подчеркивание Дарманшрам и настраиваешься на ее высокие вибрации, ты начнешь замечать удивительные изменения в своей жизни. Экстраординарные ситуации, полные любви и мудрости, встретят тебя в этой новой реальности. Твоя роль в этом коллективном пробуждении крайне важна. Ты являешься опорой, благодаря которой все человечество может совершить этот скачок в пятую подчеркивание Дарманшрам. Спасибо за то, что открываешь свое сердце, слушаешь это послание и являешься светом в этом мире. Ты здесь не случайно, у тебя есть божественная миссия, и твое присутствие – это благословение. Пожалуйста, оставь свое имя в комментариях, чтобы мы могли включить тебя в наши ежедневные молитвы и просить за тебя и твою эволюцию. Да благословит тебя Бог, и да осветит божественный свет каждый шаг твоего пути. Спасибо, спасибо, спасибо. Человек со сложенными кистями рук ладонями внутрь искры.